Ботаническом саду НИУ БелГУ, филармония Белгорода и Белгородский государственный университет проводят концерт на открытом воздухе. Инициатива создать совместный проект принадлежит губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Мероприятие носит некоммерческий характер. Есть цель популяризации этого места для отдыха горожан и нашего университета замечательного, который создан всей нашей областью под руководством правительства нашей области. И они продолжают участвовать в развитии нашего университета, этого ботанического сада. В программу мероприятия входит познавательная экскурсия по территории ботанического сада. Гости узнают об уникальных видах растений и знакомятся с разнообразием флоры региона. Зрителям нужно ожидать в первую очередь хорошего настроения. Потому что такая красота, которая есть у нас в ботаническом саду, она сама по себе создает хорошее настроение. А музыка в этой ситуации служит лишь дополнением этой необыкновенной природы, этих необыкновенных людей, которые здесь работают. Гости могут не только увидеть и услышать много нового и интересного, но и попробовать ароматный чай из целебных трав. Концерт под открытым небом создает особую атмосферу. Звучат всеми любимые мелодии классики и современности, которые исполняет камерный оркестр Mezzo Music под руководством Натальи Боровик. Это первый концерт в таком формате в нашей филармонии. И, конечно, все интересно. Это и ботанический сад, в который всем хотелось попасть. Это и чайная церемония, и легкая музыка. Я думаю, что вечер будет полон наслаждения, поэтому замечательно. Настоящий праздник инструментальной музыки не оставляет равнодушных. Сочетание свежего воздуха и такой приятной музыки, оно располагает людей к отдыху, к ощущению того, что лето. Следующие концерты проекта пройдут в Ботаническом саду 18 и 25 июня.